Жители микрорайона «Восточный» не скрывают свою радость. На опасном перекрестке улиц Достоевского и Пугачева между жилыми домами школы теперь стоит новый удобный светофор. Пересекать дорогу стало безопаснее. Конечно, очень рада, что поставили светофор. Очень рада и очень благодарна, что поставили светофор. Я как водитель и как пешеход благодарна за это. На торжественный запуск светофора пришли целой толпой. Раньше это место для детей и взрослых было крайне опасным. Обходить сторону не получалось, приходилось рисковать. Очень много здесь было аварий. Очень много. Поворот сложный. Поворот вообще практически неуправляемый никем. А кто вперед проскочил, тот и прав. И письма писали жители настолько... Просто уже крик души у них был. Только потому, что здесь погибло много, не один, не два, три человека погибло. Увечья получили люди. Прямо увечья, и сейчас инвалидами остались на всю жизнь. Тема светофоров вблизи школ поднята не впервые. В сентябре-октябре этого года на улицах города установили 6 новых светофорных объектов. Так подобный появился вблизи школы номер 49, школы-интерната номер 25, в районе школы 29 и других образовательных учреждений в разных частях города. Работа на этом не заканчивается. Всего в этом году мы планируем еще дополнительно установить в городе, помимо тех, что мы сделали, порядка 15 светофорных объектов. Они будут осуществляться поэтапно, и вся эта работа будет выполнена до Нового года. Кроме светофоров, на всех этих объектах установят пешеходное ограждение, обустроят искусственные неровности, а также установят знаки. Юлия Пастухова, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».